допрашивать свидетелей. Вечером 21 мая в Королеве на Октябрьской улице произошла стрельба. Водитель черного внедорожника Range Rover не уступил дорогу пешеходам, переходившим по зебре, и едва, со слов очевидцев, на них не наехал. Один из прохожих ударил по автомобилю самокатом. Водитель вышел из машины и открыл стрельбу. Среди прохожих был ребенок, который не пострадал. Двое мужчин госпитализированы с ранениями. Thank you.